Nissan Patrol готовим к оклейке пленкой. Сейчас его полностью разберем, а потом тщательно промоем. Постепенно этот Nissan Patrol из черного глянца превращается в черный мат за счет полиуретановой матовой пленки. Он будет и защищенный, и красивый. Оклеивание очень тщательное, с подворотами, чтобы пленка очень плотно держалась. Вот с этой стороны, как видите, еще глянцевый. Одновременно с этим автомобилем делаются и другие, не менее интересные. Итак, процедура оклейки этого патруля закончилась. Смотрите, какой он красавчик стал. Осталось только собрать. Практически весь кузов уже оклеен, остались последние штрихи на крыше. Цельным листом все делается для достижения максимального качества.